рыбаки уходят в море. Мальчишки купаются, играют в футбол. Рыбацкая деревенька. Равай. И мыс также называется. Андаманское море. Индийский океан. Южная оконечность острова Пхукет. Таиланд. За спиной Андаманское море и Индийского океана. Острова ближайшие, рядом с архипелагом Пхукетским, Пхукетом главным, самым большим. Рыбацкие лодки колышутся на воде. Типичная рыбацкая деревня. Целая выставка акулий в пасти плашных. Сколько акул тут пострадало. Уютная бухточка, яхты на волне, пляж вдали, это на самом юге острова, такой пляж. Тут остров небольшой. Пальмы. Без границ моря. Андаманское. Индийский океан. До горизонта. Тут виллы на берегу. Prompted Cup. Южный мыс или Sunset Reef Point. Находимся на юге Пхукета. Дальше открывается вид на живописные острова в Андаманском море. В дымке они. Сегодня было неспокойно, ветрено, а теперь немного море успокоилось. Такой большой погоды нет, но проглянулись и острова. По ту сторону живописная бухта. Какой красавчик. Он ходит.
Так вот, между делом, у слоны пасутся целыми кучами. Кушает. Кушает слоник. Один и второй. На прокат. Они тут листву подъедают, потом на них катаются туристы. Это предмет бизнеса местных таиландцев. Зарабатывают на слонах. Сегодня все в дымке. Население 90 тысяч, столица острова Пхукет Таун. Такие гигантские лианы. Hit by Stephanie Schlager. У них так не действует. Кто забьет 15-й, да? Салют на Патонге. Такой пляж Патонг, Патонг Бич. Главная улица, набережная, вся в огнях. Торговые центры, рубы для развлечений, которые перекрывают на ночь. А с ту сторону пляж Патонг ночной. Море шумит вечернее, андаманское, индийское зал, тепло, 10 ноября, градусы 30-23. Вон она, смотри.
написано бухта Nine Harms Beach. Дальше. Людей немного. А бухта маленькая. Именно здесь пострадало цунами на руку. Когда волна из океана пришла, это маленькая бухта. В 2004 году. Отлив. Обнажил песок. Волна работает. С этой точки, point, видно три бухты. Иката Бич вдали. А на вершине, вот там, в удалении, Биг Будда. Большой Будда, он смотрит на все сверху, на весь остров. Красивое место. Красный флаг выставлен на берегу. Штормовая погода, купаться запрещено. Волна большая. Но часть при этом серфингистов и немножко купальщиков у воды.